Что мы помним о Великой Отечественной войне? Сколько людей мы тогда потеряли? Это была страшная война. Но погибли не все, а те, кто выжил, продолжили общее дело и боролись до победного. Они проявили всю свою отвагу и не отдали страну. Они спасли Курск. Победили в Сталинградской битве. Освободили Минск и Киев. Сняли блокаду Ленинграда. Защитили Москву и сотни других городов. Они боролись за наши жизни, жизни миллионов людей под мирным небом. И этой победой мы обязаны им. Мы не забудем об этом. Мы помним. Миллионы людей говорят вам спасибо. С Днем Победы!